Представители Ивановского отделения Общероссийского народного фронта приняли участие в форуме действий, который прошел в Москве. Туда они приехали не только обсудить реализацию майских указов президента, но и внести свои предложения по возникающим проблемам. Одна из дискуссионных площадок форума была посвящена социальным вопросам, и главный из них – качеству медицинской помощи. Модернизация системы здравоохранения завершена, и возникает вопрос, как не снизить планку оказания медицинских услуг. Особое беспокойство у Народного фронта и граждан вызывает реструктуризация и оптимизация коечной сети. Здесь Минздрав занимает совершенно такую безвыходную позицию. Действительно, коек в стране слишком много, работают они неэффективно. Поэтому нужно, чтобы пациент за 5 дней получил наиболее высокотехнологичную активную помощь на койке, а не пролежал на этой койке 3 недели и выписался недолеченным. Это, в принципе, слова президента. Вероятно, будут какие-то проблемы, сложности, связанные с кадрами, и с реструктуризацией сети. И вот как это произошло в Москве, Московской области. Слава богу, у нас этого в Ивановской области нет. Все-таки мы работаем очень взвешенно. У нас идет все-таки работа общественного совета при департаменте здравоохранения. Какие-то решения обязательно согласуются с депутатами. Там у нас в депутатском корпусе хорошее медицинское лобби. И я очень надеюсь, что этот процесс оптимизации коечной сети для нашей области пройдет все-таки мягко.